Смотрите, диагностируйте. Если вы не можете поговорить друг с другом, просто поговорите. Значит, не хватает энергии, любви к людям. Если у вас нет сил поговорить, значит, не хватает природы. Если вам характер друг друга не нравится, значит, вы не общаетесь ни с кем, у вас замкнутая система. У вас нет отношений с людьми, потому что не нравится характер, значит, не переваривайте характер друг друга. Не переваривайте, значит, не хватает сил. Силы идут от дружбы с людьми. Начните дружить со всеми, будете друг друга переваривать. Все очень просто. Приведу пример, мой пример. Мы поссорились с женой, пришли друзья, покормили всех, попоили, песни попели, вот, разошлись. Я смотрю на жену, улыбаюсь, и она улыбается мне. Все, помирились. Мы с ней ничего не обсуждали. Просто пригласили друзей. Было хорошее настроение. Мы отдали свою любовь друзьям. И я, когда видел, как это делать, она делает, мне было радостно. Она видела, как я это делаю, ей было радостно. В результате мы помирились. Почему? Потому что наполнились энергией. Понятно? Другой пример. Мы разок с ней поссорились, пришли к наставнику. Мне коню понятно, не то, что мне, что я прав. Что вообще без вариантов. Я же, как бы, Олег Геннадьевич, вообще-то, ну, я могу быть не прав. Вот. Пришли к наставнику, у меня свое мнение. Ну, хоть она не Олег Геннадьевич. Вот, у меня свое. Он такой сидит, я рад вас видеть и так далее. Можно я скажу, что я думаю? Хорошо. Я сказал, она сказала. И он такой, пойдемте к столу, у меня жена так вкусно приготовила. Мы вас ждали, так рады вам. Мы сели, поели. Я думаю, когда же он ответит? Ничего не ответит. Потом поели, он говорит, ладно, счастливо вам. Идем домой. Вот получили любовь этого человека. Идем домой, я думаю. Чего я привязался к этой ерунде? Отношения же важнее. Это мне близкий человек, мы столько с ним прошли вместе. Я говорю, я считаю, что я был неправ. Почему? Потому что мне наставник дал силы. Я сразу могу перешагнуть через свое мнение, все. Почему я не мог раньше перешагнуть? Потому что у меня сил не было. Она говорит, да нет, ты прав. Я говорю, а почему тогда ты была против? Она говорит, да потому что я на тебя обиделась. Все, помирились. Вот и все. Почему помирились? Потому что получили силы от того, что пообщались со старшими. Попытайтесь это понять, дорогие мои друзья. Если у вас нет силы годами, вы никого не приглашаете, никого не любите, то тогда ничего не будет. Вы разрушите просто свою семью. И напишите там в ЗАГСе, не сошлись характерами. Вы не то, что ими не сошлись, просто у вас нет сил, все. Нормально жить.